Армения за 30-летний период совершила невиданные акты вандализма на оккупированных территориях против культурно-исторического наследия Азербайджана, разрушила и сквернила исторические, культурные и религиозные памятники, кладбища. Для них не существует религиозно-нравственных ценностей. Об этом свидетельствует фотография, отражающая разделение траншеи могил двух сестер на азербайджанском кладбище. Фотографии, в последние дни распространяющиеся в социальных сетях, сняты на кладбище села Юсиф-Джанлы Агдамского района. Оккупировавший район в 1994 году армянский вооруженные формирования выкопали траншеи на кладбище села, заложили мины. В результате часть могил была разрушена. Траншея разделила могилы сестер Сарынгюль и Таяры друг от друга. Младшая сестра Сарынгюль и Таяры, Гюлюзаг Храманова, в беседе с региональным корреспондентом Азерталь сказала, что на кладбище похоронены не две, а четыре сестры и мать. Цитата: «Когда отец отправился на фронт во время Второй мировой войны, в нашей семье было пять сестер. Во время войны четыре сестры заболели и умерли, и были похоронены редком на кладбище. На этом кладбище похоронена и наша мать, скончавшаяся в 1993 году. Затем наше село было оккупировано, мы стали вынужденными переселенцами. С тех пор не могли посещать могилы. На днях увидели в интернете фотографию могил сестер, были очень опечалены. На фотографии видны могилы трех сестер. На самом деле там должно было быть четыре могилы. Одну из них армяне разрушили, когда копали траншею. Наше село уже освобождено от оккупации, однако там все заминировано армянами. Не можем посетить кладбище. Иншаллах, скоро возвратимся в село навестить могилы наших родных». Конец цитаты. Этой мечтой живут многие наши соотечественники. Скоро будет восстановлено село Юсиф-Джанлы, как и другие края, разрушенные армянами. После реконструкции будет заполнена и эта вражеская траншея, и через 27 лет воссоединятся разлученные души родных сестер.